Вот, полицейские нас остановили, они без, даже без перчатки остановили, и еще без основания. Никакого закона. Вот, второй сержант. Вот третий. Они без перчатки, сами нарушают законы, еще у меня требуется. Хорошо. Я не отказываю. Основание, скажите, пожалуйста. Я вам сказал основание. Да. Вы полицейские, какой вы? Я не буду у вас спрашивать разрешение. Вы на службе, понимаете? То есть вы не знаете вашего закона? Я личность, когда дома или гражданская форма, вы личности. Понимаете? Сейчас вы на работе, правильно? Про службы. Про службы и общество. Вам плоды государства. Я вам сказал основание. Это какое основание? Оперативно-розыскные мероприятия у нас все происходит. Вообще не знает. А она говорит на розыске. Вот я сейчас убила. А кому верить? Она сказала на розыске. Эй, почему вы сами без перчатки? Потому что... Я работаю. Без... Ну и что работаете? Я документы трогаю. Это не ко мне, это есть закон. Есть Российская Федерация. Владимир Владимирович Путин сказал, без перчатки, без маски 5000 штраф, правильно? Еще 1.5 метра расстояние должно быть. А я к вам подходил? Конечно, подходили, что? Видишь, подходили, я здесь подошел, вы оттуда подходили. Она позвала вас. Оденьте перчатка, пожалуйста. Я работаю по планшету. Оденьте, пожалуйста, перчатка. Документы ваши. Основание, на основании. Вы сказали, вы подразумеваете мне на розыске, правильно? Не может быть или можно? Покажите ориентировку, пожалуйста. А там ориентировки не должна. Почему должна быть? Вы сначала закон знаете, потом требуете документы. Ориентировка – это когда разыскивается преступник. Ну, вы сказали… Вы не преступник. Вам никто не сказал, что вы преступник. Вы, может быть, вас могут разыскивать приставы. Вот, вы сейчас у меня почему спрашиваете? Я у вас требую документы. Это, вы понимаете, по закону нельзя так. Просто почему? Так вы хотите проверить документы, просто проверить. Я не просто так, я вам сказала. Ну, основания, есть 4 основания. Вы скажите мне, объясните мне основание какое. Можно ваше удостоверение, пожалуйста? Основание. Здравствуйте. Что случилось? Ничего не случилось, просто можно расстояние. Вы полицейский? Об этом Конституция меня разрешает. Ну иди других людей снимай. А почему? Вы ко мне обращаетесь, правильно? Другие люди ко мне не обращаются. Я задержан. Я к тебе обращался, что ли? А почему когда ко мне подходите? Я к тебе обращался. Тогда держите расстояние 1.5 метра. Чего на меня кричали? Я не кричу, я разговариваю так. Может, вам так кажется. Сначала перчатки оденьте, пожалуйста. Ты что меня тут учишь вообще? Есть закон, так я не научу. Ты меня что, ты учишь вообще? Не тыкайте, да? Не тыкай, да. А он меня тыкает, я вот на видео все снимается. Не провоцируй вообще, отойди. А ты не должен тыкать мне, понимаешь? Я могу тебе тыкать, потому что я тебе зарплату плачу. Да, я налоги плачу, от этого налога ты получаешь зарплату. Ты платишь. Ну, ты платишь налоги, я тоже плачу. От этого налога ты получаешь зарплату. А вы получаете с нашего налога, так что ли? Я задержан? Я ничего не получаю. Я сказала, что документы предоставьте свои. Нет, без основания приводите, я покажу. Без основания я никак. Молодец. Есть 4 основания? Одни 4. Вы вообще учились в школе? Не ты, а вы. Я говорю, вы. Кто сказал, что 4? Это закон. Ну, какой закон? Вы сами скажите. Я знаю. Почему я должен вам рассказывать? Значит, вы не знаете. Я прекрасно. 4 основания. Давайте я вам не буду спорить. Почему я спорю? Я защищаю себя. Понимаете? От чего? Вы делаете все по рамкам закона. Делает все рамка закона. От чего вас... А что, я должен, вы должен вас подходить? Вас задержали, куда-то отвели. А я не задержан? Нет. Я могу идти тогда? Нет, вас все? Задержали, показали документы. Я задержан, что ли? Уйдите. Если задержан, все, могу идти. Все, до свидания, следующая 51.